секунду, в записи тоже разберемся. Я тоже себя включил сейчас. Девушки, у нас, да, примерно такой регламент. Сергей, Василина расскажут о том, что нас ждет вначале, потом я расскажу о нашем самом ближайшем встрече. Вот и примерно мы минут 50, вот примерно так. Да, все верно. Коллеги, для начала хотел бы вас поздравить с прохождением отбора и включением в программу «Обучение мам-предприниматель». Меня зовут Сергей Соболев, являюсь представителем организаторов обучения «Город Москва», являюсь исполнительным директором национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех», которая, собственно, уже 2 года успешно проходит в Ямало-Ненецком автономном округе. За много лет проведения этой программы в разных регионах мы убедились в том, что девушки, прекрасные дамы, могут быть не только хорошими мамами, но и успешными предпринимателями. И я уверен, что у каждой из вас это тоже получится. И наша задача как организаторов как раз дать вам максимальное количество знаний для того, чтобы попробовать начать, собственно, ваш бизнес. И программа обучения будет состоять из, наверное, 4 основных дней. С 12 по 15 апреля. Это очное обучение. Первый день будет посвящен теме поиска и проработки идеи. Собственно, как раз вот с Андреем Крыловым, который я чуть позже представлю, который сегодня проведет первый вебинар, вы будете работать в таких интерактивных группах, в презентациях, как раз в поиске своей бизнес-идеи. В конце дня вместе с Василиной, я тоже потом Василину представлю, у вас будет выезд на предприятие, где вы посмотрите, как работает уже действующая компания, посмотрите, пообщаетесь с руководством, посмотрите на бизнес-процесс, задайте себе вопросы. В общем, на живом примере, не на картинке, не в аудитории, убедитесь в том, как работает предприятие изнутри. Второй день, после того, как вы проработаете бизнес-идею, идею для своего будущего бизнеса, вы будете в рамках второго дня работать над привлечением клиентов. Вы проработаете всевозможные стратегии, тактики, инструменты, переберете все возможное для того, чтобы в будущем правильно привлекать с минимальным бюджетом или вообще без бюджета, используя вирусные технологии, клиентов к вашему будущему бизнесу. Второй день. Третий день будет полностью посвящен финансам. Вы проработаете бизнес-модель, финансовую модель, посмотрите на доходы, посмотрите на расходы и поймете, сколько ваш бизнес в будущем может зарабатывать. Четвертый день будет посвящен полностью команде, поиску и привлечению нужных для вас сотрудников, нужных для вас партнеров, правильной мотивации, удержанию команды. И в конце четвертого дня будет предварительное, скажем так, слушание проектов, предварительная защита. Мы каждую из вас послушаем, дадим обратную связь по презентации, скажем, что можно исправить, что лучше добавить. И в рамках пятого дня, в пятницу 16 апреля, будет защита проектов уже перед жюри. Все то, что вы будете прорабатывать в рамках первых дней, войдет в короткую презентацию, и перед жюри вы представите свой будущий бизнес-проект, где отметите все то, что вы, над чем вы работали в течение этих нескольких дней обучения. И лучший проект, по мнению жюри, получит денежный грант на реализацию этого проекта. Кроме этого, лучшие проекты получат ценные призы от наших партнеров и, собственно, от региона. И скажу вам честно, в других регионах обычное обучение длится 4 дня. Здесь мы решили провести дополнительный вебинар до начала обучения, как раз для того, чтобы у вас было больше времени на подготовку и проработку этого проекта. И сегодня вы уже получили в чат рабочую тетрадь, и сегодня, собственно, получите уже первое домашнее задание. Как раз, чтобы у вас было больше времени на проработку, на поиск бизнес-идеи, чтобы было больше времени погрузиться в этот проект и в обучение. Коллеги, милые дамы, буду называть вас так, прошу максимально ответственно подойти к обучению и к проработке этого проекта. Ну, честно, без пафоса скажу, что действительно хорошая возможность изменить вашу жизнь. И по опыту предыдущих регионов могу сказать, что таких примеров, ну, очень много, когда после нашего обучения девушки из обычных мам-предпринимателей или из необычных прекрасных мам-предпринимателей мам превратились в предпринимателей.
И, наверное, у каждой из вас свои причины прийти на этот проект. Кому-то, может быть, просто интересно попробовать, кому-то нечем заняться, скучно сидеть с детьми, а для кого-то, может быть, это необходимость работать, необходимость зарабатывать, необходимость меняться. Мы это все понимаем и будем каждый из вас помогать. Скажу, что мы тоже заинтересованы в результате и будем прикладывать максимум усилий, чтобы у вас что-то получилось. Но это возможно лишь при условии, что вы также активно будете вовлечены в обучение, в проработку, и мы увидим ваше желание меняться, желание попробовать. Вот есть такое волшебное слово – попробовать открыть и начать свой бизнес. Наверное, для вводной части у меня все. Напомню, что организаторы проекта – это компания Amway, Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Банк Открытия на федеральном уровне. Напомню, проект поддерживает Министерство экономического развития Российской Федерации. У вас в регионе оператором проекта выступает микрокредитная компания Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. И перед тем, как передать слово Андрею Крылову, нашему ключевому сегодня спикеру, хотел бы также представить, наверное, уже там, второй раз, третий раз, Василину Николаевну Эвард, эксперт Центра поддержки предпринимательства. Вы с Василиной уже знакомы. Наверняка там в чате уже есть переписка. Василина будет вашим куратором на протяжении всего обучения, будет с вами на связи, ну, наверное, там практически все время. К Василине можно обращаться по любым организационным вопросам, по вопросам программы. Ну и у Василины есть такая ответственная задача смотреть за тем, чтобы у вас готовились презентации, ваши итоговые презентации, с которыми будете выступать перед экспертами в пятницу 16 апреля. На этом вводная часть у меня закончена. Василина, скажите здрасте для участников, чтобы мы на вас еще раз посмотрели. Да, добрый день, девочки. Очень рада, на самом деле, что этот проект получается такой добрый, женский, да, и вы все целеустремленные. Все мамы, у вас все замечательно получится. Я надеюсь, что тот состав, который сегодня зарегистрирован на мероприятии, весь состав будет до 16 числа дружной такой некой командой. Мы будем не только, получается, работать каждый сам с собой, но и, тем не менее, поддерживать и помогать, наверное, друг другу, потому что все-таки в данном случае, в данном проекте у вас есть большая возможность для того, чтобы не просто реализовать свой проект, да, свою идею написать и презентовать ее органам власти, представителям там средств массовой информации, представителям оргсостава, но и подружиться, и найти какие-то контакты, дружеские отношения, потому что в рамках тех проектов, которые проводились до этого «Мама-предприниматель», девочки общаются друг с другом, находят какие-то в дальнейшем проекты, которые совместные работы. Я надеюсь, что в данном случае у нас тоже так же будет. Василина, спасибо. Андрей, передаю вам слово. Андрей Крылов. Спасибо. Предприниматель с 2006 года, федеральный эксперт, наставник, эксперт по маркетингу, развитию бизнеса и территорий. Андрей Крылов. Да, доброе утро. На самом деле приятно всегда вести этот курс. История его, по-моему, началась году в 2012. Мы впервые делали бизнес-мам для правительства Москвы. Порядка, наверное, 300 человек прошло только в Москве. Потом был курс, потом были еще много достаточно регионов, и вот сейчас с вами. Смотрите, какая штука. Я вижу сейчас вот в оставшиеся 40 минут, лучше всего, наверное, рассказать о том, что будет, указать вам на какие-то, показать прямо вот лайфхаки, упражнения, которые лучше прям сделать до. Я подготовил тетрадь, я думаю, сегодня там она у вас уже будет или максимум завтра, да, и вы можете, вот я, собственно, буду оттуда приводить упражнения, которые лучше сделать. Вот, честно говоря, когда мы вот впервые делали курс, уже почти 10 лет назад, мы видели в начале результатом, чтобы вот все зарегистрировались и стали предпринимателями. Потом, когда провели первые курсы, я понял, что на самом деле результат не в этом. Главный результат заключается в том, чтобы вы действительно
поняли, оно вам надо или нет. Если надо, то с утроенной силой уже шли по тому пути, который вам нужен. И мы поэтому в этом курсе сделали, ну вот то, что я говорю в других регионах. У нас в Москве было 2 недели, не поверите, 2 недели мы этот курс, 72 часа катали, ну вот в смысле только один проходил, таких групп 30 было. Мы давали большую психологическую часть. И то, что я как раз сегодня хотел вам показать, вот это такой в том числе психологический элемент, который позволяет вам понять, оно вам надо. И, соответственно, тогда, если надо, то что? Вот немножко вот я хотел об этом поговорить, ну и дать, естественно, бизнесовый инструмент. Вот, видно мою презентацию, да? Окей? Напишите плюсики, в принципе, пишите вот в чате то, что важно. Мы, собственно, создали с организаторами, с бизнес-успехом, с вашими, собственно, кураторами группы. Я вам покажу, где можно будет знакомиться. Ну, вот немножко обо мне. Собственно, предприниматель 6-го года, порядка 50 регионов из 85, где я бываю, так или иначе работаю. Сам я нахожусь в Москве, ну, лет уже, наверное, 10 стараюсь жить в деревне около Москвы, хотя, собственно, не удается, да. Уехал из нее, собственно, много-много разных организаций. Я маркетолог в нулевых годах, достаточно известный. Я вводил Мегафон на рынок в России, да, как зарубежную компанию. ТНК-БП, Валар, очень много времени посвятил работе с фармацевтикой, с банками, ну и так далее. Там более, наверное, 300 разных проектов, компаний. В общем-то, вот я маркетинг знаю не понаслышке. Можете, да, найти, собственно, в поисковике различные мои статьи и так далее, и так далее. Вот, значит, если посмотреть, что вас, от вас действительно мы ждем, а от вас зависит ваша судьба. Собственно, чем активнее вы будете, тем больше будете задавать вопросы, чем больше будете не только, естественно, здесь, а лично, когда мы с вами в понедельник со всеми коллегами увидитесь в следующие дни, чем больше вопросов, чем больше вы будете нас мучить и пытать ими, тем лучше для вас. Безусловно, поэтому вот работа в командах, об этом уже сказали, и почему? Хотя каждый из вас в идеале создает свой проект, но невозможно сделать это в вакууме, в пустоте. Вам нужно об других думать. Да, это, собственно, для этого нужны команды, помимо всяких приятностей, которые в них есть, безусловно. Вот, обязательно ошибаться, обязательно пробовать, потому что без ошибок, ну, невозможно ничто сделать. В свое время я даже говорил заказчикам, ну, когда вот, собственно, продавал себя как маркетолога, почему я столько стою, потому что так много, потому что я много очень ошибок совершил в жизни. Это очень дорого стоит. Вот, именно поэтому. Поэтому ошибайтесь, пробуйте, вы в учебной ситуации, это нормально. Вы в любом случае допустите эти ошибки и в жизни, и в бизнесе, но лучше допустить их больше в учебной ситуации. Вот. Ну вот, да, Сергей об этом уже сказал. Наша задача в понедельник – идеи бизнеса. У вас будут продажи, финансы, персонал. Правильно, да, Сергей? Вот, собственно. Да, и вот идея бизнеса – это, ну, немножко вот сюда психологии, которой хотелось бы, это то, от чего вы отталкиваетесь. И идея бизнеса – это не только то, что у вас изнутри исходит, об этом схему там дальше покажу, но это то, что востребовано на рынке, но в том числе все-таки это изнутри. Вот, об этом немного. Ну, да, есть официальные хэштеги, вы их, собственно, мы их добавим еще, они у вас будут. Но вот я хотел бы, чтобы мы создали группы, в частности, в чат в Телеграме. Там для вашего обмена, чтобы вы там знакомились, обменивались идеями, и прямо сейчас можете сфотографировать QR-код, попасть туда, чтобы, соответственно, вот общаться друг с другом. Это важно. Да, это поможет вам действительно, ну, вот, быть в этой среде. Знаете, это как огурцы в банке. Вот, если ты соленые огурцы в соленую банку поместил, даже не соленый огурец, он станет соленым. Да, вот это, собственно, среда предпринимательская, среда, которая вот не только в этом чате, но и в принципе в предпринимательские чаты я советую вам добавляться. В ту же опору России, она у вас есть в регионе, в те же, ну, вот, чаты «Мой бизнес» и так далее. Она поможет вам вот просолиться, да, если вы действительно хотите стать предпринимателем, бизнес-вумен. Вот. Есть еще какие пространства мы создали. Мы будем ведь, ну, я, по крайней мере, когда вы презентуете свои проекты, я просто снимаю на телефон. Вы тоже снимаете на телефон. Мы все это выкладываем, ну, вот, чтобы в доступ по ссылке, чтобы вы сами могли потом посмотреть на себя, посмотреть на других, посмотреть видео. Для этого там плейлист создан соответствующий. Да? У вас это все в рабочих тетрадях будет, но в чат советую сейчас.
Вот, ну и пространство на диске специально вот под этот курс тоже под вас непосредственно, чтобы вы там могли выкладывать ваши презентации, опять же, делиться и делиться. Ну вот, такая коммуникация. Еще, ну, голосовалку я Menti.com, это, собственно, там, где мы можем быстро что-то проголосовать, посмотреть, ну, они немножко позже. Может быть, даже и воспользуемся сегодня. Вот смотрите, на самом деле я... Вначале немножко язвительно сказал, что вот только посмотреть, да, послушать, познакомиться, знания получить, мало толку от знаний. Ну, скажем так, вообще никакого. Это только мусор в нашей голове, если вы ничего с этим не делаете дальше. Ну, вот маленькая, да, относительно этого табличка, пирамидка, вот работает то, что вы применяете, и еще лучше работает то, чему вы еще учите других. На самом деле, вот, где вы даете обратную связь другим, то лучше всего усваивается. Вот, и, соответственно, хотелось бы, чтобы именно по итогам были проекты, которые вы действительно, благодаря которым вы начнете зарабатывать больше. Давайте так, по-простому. Раз, но для этого они должны быть полезны вашей целевой аудитории. Два. И поэтому вам друг на друге тоже нужно тестировать, общаться, вот, конструировать эти проекты. Одно из домашних заданий такое вам сегодня будет, ну вот до понедельника сделать, набросать вашу бизнес-модель. Но об этом позже я покажу, чтобы вы попробовали. Может быть, мы с этого и начнем там, соответственно, в понедельник. Давайте с вами быстренько сейчас поконтактируем на Menti. Зайдите по этому QR-коду и действительно познакомимся очень быстро с вами, откуда вы, вот вас уже... Представьте, как я долго бы опрашивал, у вас более 20 человек, по-моему, да? Пройдите на Menti, я сейчас открою Menti.com. И, кстати, прекрасный инструмент, вы можете совершенно бесплатно сами пользоваться, заодно научу этому инструменту. Так, да, вот я вижу, что... Покажи еще раз QR-код. А сейчас, еще раз, хорошо, сейчас воспроизведу. Так, я вижу, что кто-то уже начал... Давайте, да, потому что сейчас открою... Вот, сфотографируйте QR-код, и там можете уже отвечать. Я вижу, что ответы пошли. Я с телефона сижу, не могу перейти. Ну, так, в принципе, скиньте быстро, не выходите, а просто скиньте, откройте QR и сфотографируйте, потом там, в общем-то, придумать можно. Так можно и с телефона сделать. Вот. Такая история. Давайте еще 2 секунды и пойду именно на ваши ответы, посмотрю, что сейчас происходит. Потом, кстати, бессмысленно сфотографируйте, не пройдете по нему, он протухнет. Вот. Именно сейчас он работает. Сейчас я вам открою непосредственно ответы, которые получаются. Такой немножко, да, у нас учебное, но важно... Да, видно. Да, видно сейчас мою, собственно, вкладку. Я могу вот на полный экран открыть, чтобы были видны ответы. Но пока вот только 2 человека прошло, как вы видите. О, Лабытнанги, Салихард. Слушайте, вот я, кстати, бывал в Янао не раз, но вот я всегда вот в Лабытнанги, не знаю, не было. Интересное очень название. Попробуйте сейчас. Вы еще один способ. Вот если QR-код не можете сфотографировать, видите, вот сверху я выделяю menti.com и вот эти 8 цифр. Если, да, если вы введете, то тоже там будете. Вот, видите, Салихард еще раз прилетела, да, то есть 4 человека. Вот это количество человек, ответивших в нижнем правом углу. Подскажите, пожалуйста, здесь запрашивают некий код для входа. А какой код? А вот он, я вам выделил наверху. У нас белый экран, мы, к сожалению, не видим ничего. А, 9381. Угу. 5635. Один раз авторизовались, и дальше будет вопрос. Еще спасибо. Раз, 9381, 5635. Получилось? Да, первый вопрос видим. Да, все, отвечайте быстренько. Давайте сейчас мы еще 10 секунд на нем повисим, угу. Чтобы быстрее... действительно был, ну вот, Салихард, пошли ответы, вот 4 человека. Вот видите, вы, кстати, можете этим же инструментом пользоваться, чтобы кто-то указал даже телефон. Нет, это не телефон, это код. Да, я понял, а я-то уж надеялся. Смотрите, значит, вы очень быстро можете этим инструментом воспользоваться, потому что действительно опрашивать вашу, например, целевую группу. Да, хороший пример, как и Google формы, Google таблицы. Это так.
Вот у нас уже 12 человек ответило. Видите, сколько человек ответило. Этот инструмент бесплатен для двух слайдов. Но, в принципе, для начала вполне достаточно. Девушки, получилось? Если у кого-то вдруг что не получается, скажите голосом. Я вам скажу, что нужно сделать. Что-то у меня вообще не заходит. Ну, вот надо www.minity.com. А потом код, вот этот, который, видите, тут уже ввели. Любезно, вот этот 94-81-56-35. И вы увидите этот вопрос. Ну, 13 человек уже это сделало. Я, кстати, это не делал сейчас, да, то есть это вы. Я 14-й. Вот. Давайте еще 2 секунды, идем на следующий вопрос. Когда я переключу слайд, то у вас тоже на экране вашего смартфона или лэптопа изменится вопрос. Давайте вот ответьте, продолжите эту фразу. Интересно. Бизнес – это. Что это вот такое для вас? Очень интересно было бы узнать. Как вы, это так, я по образованию, у меня 4 образования. Я социолог, психолог, инженер-химик-технолог и управленец Академии народного хозяйства при президенте и госслужбы. Вот, и как психолог, это вопрос от психолога, это тест незаконченных предложений. Вот, продолжите ассоциацию. Вот, очень хорошая, да, потому что действительно это и приятно, и полезно. Да, да. Ну, введите и отправьте свой ответ. Самореализация, да, работа на себя и управление самим собой. Бизнес – это. Больше возможностей, возможность выбора, да. Да. Очень важно, на самом деле, вот как психолог прокомментирую в данном случае, чтобы вы учитывали и внутренние, и внешние, да, и действительно то, что это для вас, и то, что это для других. Сочетание этих факторов, баланс этих факторов дает, собственно, успех. Вот, это то, ради чего не жалко встать в 5 утра, да. То, что вас мотивирует, то, что вас действительно заставляет действовать. И знаете что, вот жизнь бесценна, время нашей жизни бесценно, и как-то не очень хорошо тратить на то, что ты не любишь. Да? Это действительно возможность делать свое дело и получать за это более достойные деньги, чем в найме. Вот. Так, возможность реализации своего потенциала, нести пользу, экономическая деятельность, свое дело, дело, в котором приносит нежелаемый доход, удовольствие от реализации. Да, ну вот так, 11 человек у нас уже ответил, давайте еще чуть-чуть поэкспонирую, там 5 секунд этот слайд, и переключу на этот. Если еще пишете, то отправляйте ваше сообщение. Вот, кстати, после я вам скину эти слайды непосредственно, ну вот, в Telegram. Да, туда же и рабочую тетрадь. Вот 13 уже, да, реализация себя, успех. Так, все, переключаю, молодцы, умницы. Здорово. Действительно, ну, здесь важно видеть все аспекты, да, найти свой аспект, немножко корректироваться с теми аспектами, которые пишут другие. Это действительно важно. Давайте пойду на следующий слайд. Идеи. Вот под какой я имею в виду, можно, конечно, и прилагательный писать, хороший, добрый, светлый, но лучше писать действительно именно с точки зрения отрасли немножко. Это про что этот бизнес, да? Про что, как называется эта товарная категория, вид услуг. Вот давайте чуть-чуть посмотрим, какой у нас спектр есть. Я знаю, у вас были анкеты, но тут действительно нам важно вот это взаимоопыление. Кто из вас что хочет открыть? Кто из вас действительно чем горит? Пишите, отправляйте. Помните всегда, еще раз, вот буду неустанно повторять эту фразу, то, что исходите изнутри, исходите из спроса вовне, из того и из другого одновременно. Вот. О спросе мы будем много говорить, да, вот, собственно, наверное, почти весь день наш будет посвящен в понедельник этому, но вот сейчас немножко психологии. Да, природные мелы, глина, творческая мастерская, косметологический кабинет, образовательный детский проект. Финансы, финансовая грамотность, досуг с детьми, развлечения, отдых.
Действительно, очень здорово, вы мамы, и если вы бизнес-мамы, собственно, учитываете здесь своего дитя, своих детей, то это очень здорово, конечно. Вот, давайте, да, еще отправляйте ваши направления бизнеса. Интересно посмотреть. По возможности включайте все-таки камеры. Вы точно не спрячетесь на очной нашей встрече. Студия мастерская. Так, да. Здорово. Если нету у вас еще бизнес-идеи или вы сомневаетесь, ничего страшного, потому что, собственно, мы будем над этим работать. Ну, точнее, все-таки она уже должна быть какой-то где-то вот здесь или-или, да? И ваша возможность как раз на нашей очной встрече будет проработать одну из идей. Сделать так, чтобы вы действительно поняли, в чем преимущество той или иной бизнес-идеи. Ну, вот так вот, да. Нету, наверное, минус. Массаж лица для расслабления, оздоровления тела и души. Вот так вот. Здорово. Давайте еще 2 секунды. Иду дальше. Отправляйте, если еще не отправили. Вот. Иду на следующий слайд. Вот. Ну, что может дать? Наверное, собственно, не буду сейчас этот вопрос. А вот какие недостатки открытия своего бизнеса вы видите? Да, то, что может дать, вы уже, собственно, писали. А вот в чем недостатки открытия своего бизнеса? Давайте честно. Вот какие минусы? Безусловно, во всем есть как плюсы, так и минусы. Например, я стал работать значительно больше, чем в найме, когда открыл свой бизнес, да и сейчас. У меня практически нет выходных. Ну, нет, слово практически не подходит. Их нет. Последний выходной был 1 января. Вот. То есть каждый день я что-то вот делаю. Это, конечно... Но при этом, да, меньше времени с детьми, в то же время больше я с ними провожу, потому что я работаю дома. Вот. Из дома, ну, как бы 90% своего времени, это, конечно, минус. Тоже минус в чем-то плюс. Да, надо иметь вот определенный запас денег. Да, свободного времени меньше. Как его больше и меньше одновременно, как ни странно, да. Я живу в своем собственном доме в Москве, стараюсь как можно меньше туда приезжать. У меня вот здесь 4 детей, они в чем-то меня видят, в общем-то, в чем-то, конечно, наверное, больше даже видят все-таки, если бы я работал в найме, хотя я в кабинете сижу, да. Вот, ну, то есть финансовые потери, да, риски. Безусловно, бизнес – это риск, но это закон общей экономики. Если вы хотите больше выиграть, то вы больше рискуете, безусловно, это так. Вот, ну, плюсы вы, собственно, уже обозначали, а вот действительно минусы, они тоже есть, это всегда баланс, да, не бывает чего-то только одного и только хорошего, да, потому что иначе все бы туда устремились, вот, но вам решать. Ну, вот так вот, давайте, да, отправляйте, что еще, и мы пойдем как раз, я тогда закрою презентацию, и мы, ну, вот, собственно, голосовалку, и мы посмотрим дальше, что есть. Тогда доотвечайте. Вот у нас пока 5 ответов. Пишите, собственно, хотя я сейчас закрою, но ответы там будут поступать. Вы можете их писать, отправлять. Я сейчас открою и вернусь, собственно, к своей презентации. Не так много у нас времени. Я сейчас пробегусь, хочу пробежаться по тетради. На каких-то моментах остановиться, но очень на отдельных моментах тетради, потому что я сказал, что она достаточно, так, достаточно большая. Она у вас будет, пускай она будет как инструмент. Вот, собственно, вот так она выглядит. Я просто сделал скрин обложки. Вот, видите, те же там QR-коды, ее содержание достаточно большое. Мы точно его все не успеем, но оно является как отчасти вашей возможности, инструментами, которые у вас сохранится. И это только вот моя рабочая тетрадь, хотя она немножко и другие аспекты охватывает. Вот, ну да, недостатки, преимущества. Вот первое, что я хотел бы дать вам как домашнее задание, очень простая вещь. Вам нужно будет познакомиться ведь в самом начале, это очень важно, чтобы вы познакомились с другими девушками, образовали команды. И будет вот простое упражнение, которое я хочу, чтобы вы заранее подготовили. Вот, собственно, ну, скрин из тетради, опять же, да, собственно, чтобы я хотел, чтобы вы рассказали в группу. Вы действительно, ну вот о себе,
о своем деле, зачем вы здесь. И вот пятый вопрос, я хотел бы, чтобы вы нарисовали себя успешной мамой, предпринимательницы через 10 лет. Это очень важно, действительно, проективное упражнение, чтобы вы вот именно нарисовали. Там, видите, я сделал именно верхнюю часть листочка, 1/3, а в нижней 2/3 этого листочка, собственно, ничего нет, пустое место. Да, это как раз для вашего рисунка, потому что рисунок лучше слов передаст это. Как умеете, неважно, собственно, качество, я хотел бы, чтобы вы вот это нарисовали. Просто принесите, возьмите белый листок, нарисуйте, принесите. Да? Еще раз, задание такое, нарисуйте себя успешной мамой, бизнес-мамой на вечеринке, где вы с другими мамами встретитесь по поводу окончания этого курса через 10 лет. Вот, и действительно похвастаетесь своими, ну, вот, достижениями, да. Пускай вы создадите этот образ, который будет вот уже вас драйвить, и вы успешны через 10 лет. Вот, в общем, такое маленькое задание, и, соответственно, мы с него, ну, вначале, собственно, начнем действовать, начнем наше знакомство, ваше знакомство друг с другом, вот помимо там всего прочего, помимо бизнесовых задач, ну, чтобы вам непосредственно лучше быть в команде. Да, не 4 часа, мы больше будем с вами, ну, собственно, вот. Так, второй момент, который тоже очень хотелось бы, чтобы вы сами сделали, прежде всего, это вот понять, почему успешные женщины, предприниматели, почему они неуспешны, или что их делает неуспешными. У нас будет такая небольшая анкета, которую тоже лучше заранее заполнить, когда вы получите тетрадь. Суть ее в том, ну, собственно, вопросы здесь обозначены, чтобы вы сами себя исследовали, что делает вас счастливым, что делает вас несчастным, что вам помогает принимать правильные решения, что мешает. Вот, и вы тоже сами друг друга исследуете. С одной стороны, мы освоим очень простой инструмент анкеты и исследований потребителей, да, с другой стороны, вы узнаете содержание интересное друг от друга. Вот, я не привожу здесь все вопросы, ну, там их, собственно, 6, по-моему, да, всего, ну, собственно, сама суть, чтобы была понятна. Сергей, скажи, пожалуйста, вот мы тогда... Или, не знаю, к Василине вопрос. Мы вот эту тетрадь скинем, да, участникам? Она так... уже у них есть. А, все, уже есть, девушки, все, отлично. Да? Отлично. Это вот тогда вы можете прям открывать, смотреть, пускай в электронном вы это сделаете, или там как, не знаю, технически. Тут главное, чтобы вы подумали над этим, да? Вот, над этими вопросами, заполнили их, мы не теряли с вами время, лучше прям лично продуктивно пообщаться. Следующая вещь, что я хотел вам рассказать, вот знаете, какая штука? Даже, может быть, не это, вот это. Вернусь к предыдущему слайду чуть позже. Вот смотрите, когда вы вообще что-либо делаете, тем более такую штуку, как бизнес, самозанятость, неважно, это вообще дело серьезное, и оно влияет на всю вашу жизнь. И вот важное самое, чтобы вы вначале ответили честно, прям подумали, помедитировали за чашечкой там кофе-чая, когда вас никто не трогает, вот, или как-то еще. Зачем вам это все? Вот если вы ответите на вопрос «зачем?», цель, ну, сами сформулируйте «зачем что?», «зачем мне открывать свой бизнес?». Если вы на него вот ответите все-таки, вы там сейчас пробовали, вот в Ментикоме отвечать и так далее, но вот для себя внутри. Как говорил, я не помню кто, то ли Сократ, то ли Аристотель, если знаешь «зачем?», то преодолеешь любые «как». Если мы нашли этот ответ на этот вопрос, зачем вы это делаете, то вот как процесс, что производить, вам будет более понятно. Это понятно, да? Вот найдите внутренний этот стержень, зачем. Если вы его не находите, то значит вы его не находите. Это большой вопрос, оно вам нужно. Вот еще раз, нужно ли открывать свой бизнес, мучиться и так далее, если вы действительно не можете ответить на вопрос зачем. Вот, вернусь к предыдущему слайду. По сути, бизнес-идея должна вот этим 4 направлениям удовлетворять. Вот этот вопрос «зачем?» и, соответственно, вот это то, что вы любите делать, это то, что вы умеете делать, это то, что нужно людям и за что они готовы платить. Если хотя бы вот одного этого... видно, да, девушка? Если да. Хотя бы одного вот этого фактора нет, ну, например, вот у вас вы умеете делать, любите делать, и людям это нужно. Но платить они готовы, то это будет там, я не знаю, благотворительное, социальное предпринимательство без денег или как-то еще. Волонтерство, кстати говоря, например, сюда подходит. Все 4
в бизнесе должны сочетаться, если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешным. То есть вам за это платят, людям это нужно, они любят, вы любите это делать, и вы умеете это делать. Понимаешь, что, ну, вы можете не очень уметь, но, по крайней мере, у вас есть потенциал, вы готовы учиться, есть, в общем-то, руки из нужного места, голова, все хорошо. Да? Вот, и вот это называется, да, японским словом икигай. Ну, такая модная штука, на самом деле, но это так. Посмотрите, кстати, ролики в Ютубе очень интересные про икигай, про то, что действительно работает, это здорово. Вот, ну вот, вот две вам этих вещи, зачем, как, что, вот, и икигай. Вот, ну вот прежде всего зачем изнутри, потому что если у вас нет стержня, нет топлива, вот, то ничего не получится. Это может быть даже вы умеете делать, это нужно вот людям, они за это готовы платить, но вы не хотите это, не любите это. Ну так зачем вам это тогда, да? Еще раз, любое из этих составляющих должно соблюдаться. Вот, ну опять же, может быть даже в меньшей степени соблюдаться, умею делать, вы можете научиться. А вот люблю, нужно людям и готовы платить, безусловно, самое-самое ключевое. А так в идеале все четыре. Вот, идем дальше. Что еще я вам хотел сказать? Слушайте, идей бизнеса много. Я даже специально сделал скрин, если вдруг у вас идей нет. Прям идеи для подростков. Да? Топ-35. Вот, идей полно, море, но самое главное не в идее. Вот, знаете, когда мы вот начали проводить курсы еще очень давно, кстати, с Сергеем мы там познакомились именно, вот, с Соболевым на курсах в Москве, для правительства Москвы, и там, значит, у нас девушки, ребята, которые были на этих курсах, да все были, собственно, и старый млад, там более 10-15 тысяч прошло предпринимателей по моим программам правительства Москвы, которые мы обучали. Вот, и, знаете, они очень боялись, часто боялись, не все, но многие, говорить про свои бизнес-идеи. Говорили, у меня ее утащат, да? У меня такая гениальная идея, я такой умный, и я не хочу ей делиться. Вот это супер ошибка, да, потому что первое, я им говорил так, ребят, ваша идея имеет отрицательную стоимость. Вы еще денег доплатите, чтобы я ее выслушал. Вот мне она вот совсем не нужна или другому, потому что это ваша идея. Наоборот, делитесь ими, агитируйте за нее, вовлекайте, тогда действительно вы ее продвинете. А вот никому идея голая не нужна, или даже в бизнес-моделью. Вот, это вы главный драйвер, движок этого. И те, кто действительно делились, те вот, собственно, более успешны. Ну, например, кстати, пример себя приведу. У меня самая большая группа в Фейсбуке по развитию территорий. И я там абсолютно делюсь всеми материалами, которые я вот разрабатываю, все прям отдаю. Если у меня какого-то прям отдельного пункта в договоре нет, ну, собственно, так я работаю с властью, с органами региональной, муниципальной власти, то, в принципе, ну, мы на глупотичке платим деньги, то, что они делают, я могу вполне делиться. Но вот ни конкурентов не боюсь, никого, да, в этом смысле. Делитесь, и тогда, наоборот, рынок воспримет вас как лидера, и вы будете, пускай лидером на своем локальном участки, вот как салон красоты, но лучше салон красоты в округе. В общем, идея – это то, что, ну, из вас должно быть. Не надо подсматривать, не надо копировать и так далее, вот и своя. И еще, ну, не знаю, насколько вот я сейчас хочу вам, может быть, минут 7 придется на это рассказать, потратить, но все-таки, наверное, хочу, да, рассказать, как устроена жизнь. Вот про упражнение, которое вам поможет вот этот фокус все-таки навести на то, чего вы хотите делать. Вот жизнь состоит из 4 ресурсов. Мне нет ничего, кроме этих 4 ресурсов. Да, это 2 восполнимых и 2 невосполнимых ресурса. Энергия и время невосполнимы, как вы понимаете, да? Деньги и статусы. Понимаешь, что такое статусы, да? Но это все, что вот вы... Всякие ваши социальные личины, да, власть, отношения и так далее, и так далее. Деньги – это все, что можно купить на деньги, сами деньги. Вот. Энергия – это ваше здоровье психическое, физическое. И время – это, собственно, то, что тикает и заканчивается, да, в нашей жизни. Вот. И вот, по сути, вот есть 4 вот этих ресурса. Ничего больше другого нет. И чтобы вам понять, как распределить это... Да, жизнь – это рынок этих ресурсов. Объясню, что такое рынок. Это когда вы обмениваете одно на другое. Вот сейчас вам нужно пойти и потратить, ну, практически неделю жизни, чтобы вот этот курс предпринимательниц прослушать.
Да? Но если вы вот именно с точки зрения прослушать приходите, то, наверное, смысла будет немного. Если с точки зрения сделать свой бизнес, ну, будет больше толку. Все зависит от вашего посыла. И в этом смысле то время вы обмениваете вот эту неделю своего времени на нечто. И вот это нечто сформулируйте правильно. Иначе то, что вы получите взамен вашей целой недели жизни, будет фейковым. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И делайте так, чтобы вы выбирали достойную замену вашей энергии и времени. Я сейчас дам вам простое упражнение для этого, чтобы вообще понять, какова динамика вашей личной жизни. Вот да, я вижу, что Алла пишет, что зависает, связь плохая. Ну, видео будет, я надеюсь, да, мы его передадим вам. Смотрите, эта табличка есть, ну, в той или ином виде в тетради. Вот эти четыре ресурса в ней перечислены. Ну, вот видите, они там В – это время, Э – энергия, С – социальные связи, Д – деньги. Не смотрите на их последовательность, она не важна. В каждый момент жизни у нас важен свой какой-то ресурс на первом месте. Что такое важность ресурса? На самом деле важность ресурса обеспечивается его дефицитностью. Ну, если, например, у вас сейчас нет денег, но полно времени, энергии, то вы условно пойдете разгружать вагоны. Да, или там пойдете на самую там низкооплачиваемую работу, чтобы эти деньги, если другой нет, заработать. А если наоборот, у вас много денег, да, но мало времени, не так много энергии, то вы, может быть, условно купите билет на самолет, полетите в Лондон, окончите Гарвард или Оксфорд. И вот, ну, например, да, каждый выбирает то, исходя из своего баланса. И вот эта табличка – это про то, чтобы вы нашли свой баланс. Объясню, как ей пользоваться. Ранг. Это понятно, что это то, что номер один – это самое важное для вас. Номер два – на втором месте. Номер три – ну, не так важный. Номер четыре – у вас в избытке. Вот из этих четырех ресурсов. И я вам предлагаю сделать простое упражнение. Ну, опять же, для вас. Нарисуйте, помедитируйте и подумайте. Вот, предположим, такая табличка или там чуть-чуть другая в вашей рабочей тетради. Проставьте ранги, вот как сейчас. Ну, например, для меня сейчас самое важное, вот лично для меня, для Андрея Крылова, на первом месте у меня, пожалуй, было бы энергии. Да, мне ее сильно не хватает. На втором по значимости сейчас время. Вот, наверное, деньги бы на третьем месте я поставил, а ну статус на четвертом. И вы для себя точно так же, как вам сейчас. Что для вас самое важное, что более второстепенное. И подумайте, как будет через 10 лет, через 30, как было 10 лет назад. Понимаете, да? И у вас тогда получится, как в течение вашей жизни меняется динамика этих четырех ресурсов. Вот сейчас, девушки, спросите, если непонятно. Я могу долго про это говорить, у меня там целый семинар про это есть, четырехчасовой. Но я попытался сейчас вот в эти 7 минут уложить всю суть и дать вам непосредственный инструмент. Если сейчас вот понятно, отлично, да, все, написали понятно, все, то есть инструмент вам поможет фактически управлять своим временем, своими ресурсами, своей жизнью в течение всей жизни, потому что, понимаешь, у старика самое ценное, вот, это его время, его здоровье, а у младенца другое, вы понимаете, да. Вот, и фактически еще раз, в течение вашей жизни вы меняете одно на другое, вы делаете это правильно. Так, идем дальше. Совсем немножко времени у нас осталось. Вот, ну, просто пролистаю, мы будем работать с клиентом, его описывать, естественно, исходя из вашей бизнес-идеи. Ну, в тетради много там чего, разные упражнения на этот счет. Я вот хотел бы одну вещь вам показать, которая тоже... наверное, важна, она имеет экономический и психологический аспект одновременно. Вот вы, предположим, создали некий продукт-услугу, и ваша задача выставить на нее определенную цену. И вот эта цена всегда должна быть ниже ценности, которую получает ваш клиент. Поэтому вы должны вот очень хорошо и качественно сформулировать этот продукт-услугу, выбрать правильных людей, для кого ценность будет выше. Да? Именно вот с этим мы будем работать. И понятно, ценность – это что такое? Ценность, она где существует? Она существует в голове, вашего клиента. А цена – это в кошельке, сколько денежек вы оттуда достаете.
за это. И понятно, что любой бизнес, сделка – это обмен вот этой ценности, которую вы даете в виде товара, услуги своей, которую вы создаете, ваша задача создать на этих семинарах, и той денежки, которую вам дает за эту ценность потребитель. И вот ваша задача – поднимать эту ценность, сделать так, чтобы она была максимальной. Мы на это вот будем и тратить наибольшее количество времени в понедельник. Я вам приведу маленький пример. Есть такой эффект. Я учился у Роберта Дилса в свое время, это, класс, это ну, номер один NLP в мире, час, это человек, который ну, фактически создал половину NLP. И вот простой пример от Роберта, вот представьте себе, есть таблетки в аптеке, ну вы сами с этим сталкивались, большие белые, и лечащие, ну условно, например, это головная боль. И, например, маленькие красненькие, дорогие, и вот эти большие белые дешевые. И вот вы, у вас болит голова, и вы покупаете эти таблетки. Если у вас есть деньги, ну, вы купите, например, большие, вот маленькие красненькие, и голова у вас пройдет значительно быстрее, чем если вы купите дешевые белые. И мораль в том, что вы в тех и в других таблетках находится одно и то же. Вообще не, нет никакой разницы. Но голова будет проходить у вас по-разному. Понимаете, в чем дело? Это и есть эффект плацебо. Это и есть та ценность, которая создает упаковка, вид таблетки, ваши ожидания относительно этого, стоимость этих таблеток, тоже элемент коммуникации. И ваша задача, когда вы будете формировать свою идею, свой продукт, создать эту максимальную ценность, чтобы человек, платя деньги, понимал, тут не верил, тут вера, правильно говорить о вере, в действенность. Верил, что это будет работать, и это благодаря этой вере работало еще лучше. Вот это очень важно. Посмотрите, если хотите, про эффект плацебо, что это такое. Я сам работал с фармацевтикой. Вот я, например, автор и позиционирования черники Форта, Ависоу, Тераклифита, Вала, компании Вала, красного корня, турбослима для похудения женщин, ну и так далее, разных препаратов, которые вот, ну, сам это вот на собственной шкуре, ну, точнее, на миллионах потребительниц изучал, на миллионах. Если не десятков миллионов. Вот, это так, это работает. Ну, то, что вам нужно, бог с ним, всякие ошибки, не будем о них говорить. Тоже прокомментирую при встрече. Вот я последнее, на чем хотел остановиться. У вас есть бизнес-модель. У вас возникла какая-то, вернее, этот инструмент называется бизнес-модель. У вас какая-то идея возникла бизнеса. Она вас штырит, она вас заводит. И вы думаете следующее, как ее описать. И вот бизнес-модель – это как раз инструмент, который вам позволяет это сделать. Бизнес-модель, вот здесь 9 блоков, я их сейчас очень быстренько прокомментирую. Ну, собственно, центральный блок, ключевой, ценностное предложение. Давайте я прям приближу. Это то, ради чего конкретный клиент будет платить вам деньги. То есть как вы помогаете, решаете проблему клиенту. Ну, например, салон красоты, да, вот возьмем для примера. Ну, условно, ценностное предложение, наверное, будет в том, что первое, ну, мы рядом с домом, у нас хорошие мастера, которые делают не хуже, чем в центре. Ну, например, условно, мы на окраине, да. Делаем там стрижку, маникюр, педикюр, там, та-та-та, красим. Вот, и мы рядом. Для кого тогда в этом смысле? Это клиент. Для тех, кто живет в нашем районе, в соседних домах, кто готов воспользоваться нашими услугами, там, стрижка, там, не знаю, 500 рублей, 700 рублей, условно. Следующий. Как вы взаимодействуете с вашим клиентом? Вот вы салон красоты в спальном районе. Как? Ну, кто живет там? Ну, как? На листовке раскидываем. У нас есть вывеска. У нас есть рекламу даем. Не знаю. По ящикам почтовым. СМС-ки рассылаем. На счетах публикуем что-то там, да, рекламку. На примере я сейчас фантазирую. Как вы делаете сбыт? Ну, как? Точно так же, по сути. Ну, вот. Мы еще программу лояльности делаем. Вот. Карточки завели, даем какую-то скидку 10%, приведи друга. Ну вот вы тем самым прописываете свою бизнес-модель. Как мы зарабатываем деньги? Ну как? Наши доходы – это то, что нам платит клиент, ну чек этот средний, да. Еще, например, мы можем ввести абонемент. Ну это я сейчас фантазирую, но, кстати, вполне возможно, в салоне красоты на 10 стрижек покупаешь абонемент по цене 8, ну условно. Вот вы прописываете, как вы зарабатываете. Дальше бизнес-модель. Вот я салон красоты.
в спальном районе. У нас какие тут еще блоки? Ключевые виды деятельности. Это то, что мы должны обязательно делать, чтобы создавать эту ценность. Ну как, я салон красоты, наверное, это стрижка, это управление, наверное, вот этим всем там хозяйством, в том числе и бизнесом, наверное, маркетинг, продвижение, да, еще, наверное, моя ключевая вида деятельности. Остальное я могу отдать на аутсорсинг. Кстати, маркетинг тоже могу отдать на аутсорсинг. Да, тут, собственно, управление, квалификации мастеров, так, чтобы они были лояльны, не уходили. Ключевые ресурсы мои, как салон красоты, слушайте, наверное, договор аренды. Я так полагаю, в этом месте долгосрочный, по хорошей цене. Еще вот мастера, которые у меня работают. Мои партнеры. Ну, понимаете, да, как это работает? Мои издержки. Насчет, куда я трачу деньги, которые зарабатываю. Плачу мастерам, плачу аренду, плачу налоги. И у вас, вот когда вы сделали бизнес-модель, я сейчас очень коротко по ней пробежался, у вас возникает понимание, вы расшиваете эту бизнес-идею, вы делаете ее более наполненной, насыщенной, понятной. Вот я хотел бы, чтобы мы как раз этой бизнес-моделью, как сегодняшнее завершили, да, так и завершили непосредственно вот наш первый день, понедельник, чтобы вы продумали, проработали. Я сейчас очень бегло пробежал, будут и другие инструменты, и презентовали ее в конце. Поэтому я прошу вас заранее подумать над этим, а так как вас ожидается 30 милых девушек, то мы это сделаем как-то более хитро. Естественно, мы не будем все 30 бизнес-моделей слушать, и вы будете конкурировать друг с другом. Да, поэтому проработайте это. Мое внимание, внимание вот остальных девушек, очень важно, чтобы вы привлекли к себе, и мы будем именно качественные, наиболее качественные бизнес-модели слушать и давать вам ресурс для этого, чтобы вы их еще улучшили. Я за то, чтобы не помогать слабым, а помогать сильным. Вот, личная моя позиция – помогать сильным. Делать их еще сильнее, чтобы потом они уже, собственно, ну, возможно, помогли слабым, возможно, нет. Вот, поэтому давайте я еще, по-моему, на этом, собственно, закончу. Повторю домашнее задание. То есть подумать над визиткой, подумать над бизнес. Так, сейчас вот я пролистаю. Домашнее задание, у меня есть слайд такой пустой, я сейчас резюмирую его. То есть подумать, зачем вам это надо. Раз. Над ресурсами вашей жизни. Помните, да? Что вам сейчас важно? Что может быть на втором месте? А что более второстепенно? На что вы действительно хотите потратить время, неделю этой вашей жизни и целый наш день, чтобы получить что? Какова суть вашего бизнеса? Как этот бизнес описывается вот в этой бизнес-модели, в конце концов? Может быть, там в бизнес-модели, в том числе описание клиента, но я вот коротко пробежался, да, как пример об этом, проговорил. Наверное, вот примерно так. Ну и рабочая тетрадь, в принципе, посмотрите, почитайте, заполните там разные. Там есть колесо баланса женщины, да, вот тоже такая психологическая техника очень хорошая. Там все, в общем, доступно, понятно, вы можете потренироваться, внести туда свои дополнения, вам будет тоже понятнее, для чего. Икигай. Ну, икигай, правда, вот я туда не поместил, но очень легко его найти, собственно, это доступная вещь. То, что вы любите, то, что вы умеете, то, что нужно людям, то, что они готовы платить. В общем-то, наверное, я все сказал. Я сейчас открою самое-самое начало, где у нас QR-коды, и мы туда, собственно, все сбросим в группу. Я думаю, что, Андрей, предлагаю так сделать. Василина уже организовала чат со всеми участниками. А, ну давайте так, хорошо. Василина, тогда меня туда добавьте. Добавить нас туда с Андреем, чтобы мы чат... Да. Да, окей. Ну, собственно, вот, наверное, основное. Меня тоже достаточно легко найти в социальных сетях, в Инстаграме Андрей Крылов 7, например, в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот, в Фейсбуке вообще Андрей Крылов адрес, все очень просто. Если хотите, да, присоединяйтесь, задавайте вопросы, пишите в чате. В общем-то, я уже в воскресенье вылетаю к вам. Вот, ну, собственно, пожалуйста, я тогда выключаю ваши вопросы. Еще у нас есть минуточка буквально. Я думаю, что основные вопросы, наверное, у девушек появятся непосредственно в понедельник. Начните делать. Очного обучения, да. Кстати, Лабытнанги – прекрасный город, и в целом знакомство с вашим регионом у меня было еще, наверное, в школьные годы. Мы занимались туризмом и там путешествия на байдарках, на катамаранах, там Салехард. И вот Лабытнанги был тот город, с которого мы
на поезде уезжали в Москву. Это тот футуристический вокзал, который для меня еще в те годы был, ну, не знаю, чем-то таким необычным. А для меня, ну, Ямал был представлением, не знаю, там, что-то такое дореволюционное. А тут футуристический вокзал, и вот это представление, наверное, о людях в первую очередь изменило, ну, вот мое представление о регионе, что люди, как вот. Регион, да, ну, особенные, отличающиеся от вот, всего остального в России. И вот последние два года мы с вашим регионом активно работаем, я каждый раз в этом убеждаюсь, что и люди особенные, и регион особенный. Так, такого, наверное, такого нет, да. Как бы честно и искренне. Вот, и еще в завершении скажу пару историй, наверное, своей жизни. Про одну историю напомнил Андрей. Да, Андрей, хочешь сказать что-то? Андрей, да, я должен бежать, я прощаюсь. Да. У меня в 9 начало другого мероприятия. По поводу тетради вопрос. Вот, я так понимаю, это, наверное, вопрос к усилению. Но вы, главное, чтобы понять, можете на листочках это делать, можете отпечатать, я так понимаю, что тетради будут. Да? Да, по тетради. Я прощаюсь, коллеги, побежал. Да, Андрей, спасибо. Остаемся до свидания. Все, до свидания. По домашнему заданию. До понедельника. Конечно, желательно максимально не только просмотреть эту тетрадь, но максимально заполнить. Просто вот прорабатывая эти моменты, вы сами погрузитесь в свои мысли, в свои идеи, и поймете, как вам это нужно, зачем, что вы планируете делать и как вы будете это делать. Это просто вам для подготовки. Вам нужно это больше, чем нам. Проработайте, ну, постарайтесь по максимуму все там задания в тетради проработать. Большая часть будет разобрана на мероприятии, но потратьте время, ну, даже не потратьте, как говорят, инвестируйте свое время вот в эту рабочую тетрадь до понедельника. Максимально ее проработайте. И в завершении две истории скажу. Андрей вот зря ушел. Про одну историю напомнил он мне сам. Он про нее не знает, кстати. Да, мы действительно с Андреем познакомились на вот похожем курсе образовательном, может быть, лет, наверное, там 15 назад. Я также был студентом, Андрей был экспертом там, Московской школы управления. И курс был для начинающих предпринимателей. Курс был для начинающих предпринимателей. Была небольшая группа, среди которых был я. И мы там в течение нескольких дней, ну, собственно, пробовали открыть свой бизнес, узнавали, что это, как это. И... Собственно, я пришел с одной идеей, а в процессе обучения я пришел к другой идее, я презентовал перед участниками. И самая забавная история в том, что первую свою продажу я совершил, собственно, там же на курсе участникам этого курса. Вот я продал первый сайт, ну, собственно, чем занимались студенты там всегда, это IT-разработка и сайт. Это была крупная компания, Питер Пак занималась производством там полиэтиленовых пленок, упаковок, вот. И на самом деле, то есть первая мысль, да, каждый из вас может совершить, ну, фактически первую продажу уже в рамках этого курса обучения. Вот. Я не говорю про то, что нужно кому-то что-то, как говорится, там, впарить, еще что-то. Вы можете предложить ту услугу или тот продукт, который нужен будет уже участникам этого курса. То есть вы можете найти клиентов вашего продукта, вашей услуги, будущей, в рамках этого курса. Может быть, найти партнера. Это важный момент, который, ну, просто имейте в виду. Вот. И в продолжение вот своей истории скажу, что после продажи первого сайта в рамках этого курса, преподаватель которого был Андрей, следующие 10 лет я занимался IT-разработкой. Это сайты, это программы, это софт. И, ну, там, условно, я привлекал сотрудников, мы зарабатывали в год порядка там нескольких миллионов рублей. И вот этим я занимался следующие 10 лет. Просто вот представьте, да, один курс, одна продажа, следующие 10 лет я занимаюсь тем, что начал вот вместе с Андреем тогда. Кажется, вот я, правда, я только сейчас про это вспомнил, Андрей мне про это напомнил, он про это не знает, но за это ему большое спасибо. Поэтому это, когда мы говорим, что для вас это возможность поменять себя, изменить свой мир вокруг, это не пустые слова. Это, правда, не пустые слова. Попробуйте за эту возможность ухватиться. Я, конечно, не мама, да, и тут сложно мне говорить про вашу загрузку, но у меня тоже двое детей. Я, наверное, один из тех отцов, который обычно не любит маму, потому что я стараюсь вникать там, во все процессы как бы воспитания. Мне кажется, что это важно. Вот, возможно, там, через какое-то время я от этого отойду. Но у меня двое детей, я тоже понимаю, о чем говорю. В общем, возможность за нее попробуйте ухватиться.
вот эти 5 дней будут для вас шансом поменять свою жизнь. Я 10 лет занимался тем, что разрабатывал IT-продукты, сайты, программы, приложения, продав первый сайт компании, которая была со мной таким же участником, как и я. Это первое. Второе, собственно, когда у меня начало получаться вот в студенческий год делать там свой бизнес, я начал пробовать этим делиться с другими. Первый свой большой форум в Москве я провел, ну, лет, может быть, там 12 назад на 1000 человек там, при поддержке правительства Москвы. Сам до этого каким-то образом достучался, провел за 0 рублей. Но самое интересное, что слоган этого форума был такой: «Просто попробуй открыть свой бизнес». Вот просто попробуй. И на самом деле сейчас этот слоган тоже актуален. Вот я до сих пор считаю, что слово «попробуй» оно такое волшебное. Вы будете ошибаться, у вас не будет получаться, будет, может быть, там миллион попыток. И Андрей про это говорил, про вопросы «зачем», «как», «что». Но, во-первых, только сделав шаг, мы сможем понять, правильно он или нет. Да, вот как бы ваш, свой бизнес – это ваш или не ваш? И, наверное, только сделав шаг вперед, мы сможем понять, ваш бизнес, свой бизнес – это ваш или не ваш? Да, и второе, давайте просто попробуем. Вот слово «попробуй», оно, знаете, такое, дает каждому из нас право на ошибку, убирает страхи и открывает возможности просто попробовать. Вот давайте в завершении пожелаем всем нам просто попробовать вот, открыть свой бизнес. А мы с Василиной, с Андреем, с коллегами, которые еще будут участвовать в качестве спикеров, вам во всем в этом поможем максимально. Да, можно я все-таки добавлю, да. Потому что мамы – это вообще уникальные люди, которые успевают везде, всюду, у них 10, наверное, рук, видят возможности там, где видят другие, получается, какие-то проблемы, да, с легкостью берутся за их решение. И вот хотелось бы, наверное, тоже в итоге, в конце, да, рассказать такую маленькую-маленькую притчу про бабочку, что жил на земле, получается, там человек, к которому обращались, всегда спрашивали какие-то советы, да, то есть такой старец, и везде есть завистники. Один молодой человек решил проверить этого старца, насколько же он мудрый, и вот решил, получается, поймал бабочку и сказал: подойду я к этой с бабочкой в руках, подойду к старцу и скажу ему: старец, подскажи, пожалуйста, что в руках у меня, живое или мертвое? Если старец скажет живое, то я сомкну ладони, бабочка умрет, естественно, старец неправду скажет, да, и если, получается, он скажет наоборот, то, естественно, я открою ладошки, и бабочка улетит. Ну, пришел к старцу, а старец ему и сказал, получается, ну, то есть задал старцу вопрос, что старец, что у меня в руках, живое или мертвое? И старец ему ответил: все в твоих руках. Так вот, я желаю нашим мамам, чтобы в рамках этого проекта и в рамках их жизни, в рамках их бизнес-идеи и всего остального, все зависело от вас и все в ваших руках, а мы будем стараться помогать вас и поддерживать. Спасибо, спасибо. Да. Коллеги, друзья, у нас все получится. Давайте начинать пробовать. Всем спасибо. Над тетрадью, над домашним зданием работаем. Встречаемся в понедельник с Алихарди. Спасибо, всем коллеги. До встречи. До встречи. До свидания. Спасибо. До свидания.